Что ей надо делать? Я буду заморачиваться пожрать. Я не буду что поесть. В холодильнике есть. Ничего себе. Будто его кто-то слышит. Рабочая тетрадь, там написано рабочая. Тут написано с учебником работа. Иди залиться, вали сначала в ванну, сходи, пожалуйста, я вот не могу, вот реально, блядь. Пипец. Сильнее долбани, чтобы двери, блядь, последние отвалились. У нас же мастеров до херена, блин. И кошелек толстый. Вы проснулась, сходи в ванну-то умываться. Я проснусь, я бегом бегу, короче. Хоть воняет, хоть не воняет, все равно. Вы сразу ходите в ванную. Давай кружку. Кружку из комнаты неси, сливки налью и пирожек эту конфету дам. Будешь чай пить. Иди принеси кружку сначала свою, пожалуйста. Такие вопросы, что ты мне дашь? А что ты мне дашь? Где сходить еще? Подумай, нет, сходить мне за кружкой или нет. Что ты, не выспалась, что ли, тоже? С почему кружка? Что ты в ней пила? Воду или этот? Кисель? Максовый стоял. Сейчас принесу.